Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. 9.05 подошло к своему логическому завершению. Обновление 9.1 уже установлено на живые сервера. 7 июля стартнет сезон, и именно в этот момент будут сброшены наши валюты, которые мы получали в обновлении 9.05. Очки доблести, очки завоевания. Очки доблести можно выгодно реализовать, потому что то автоматическое обновление этих всех валют, которые будут 7 числа, оно невыгодно для нас, а ту конвертацию, которую я предложу вам, она очень и очень выгодна. Несколько, наверное, сотен раз по сравнению с близовской системой. Начнем же. Что нам для этого нужно? Нам нужно хотя бы 750 очков доблести. Я уже потратил, но все-таки торговца в этом видосике покажу, и мешочек, который нужно покупать, тоже покажу. И, само собой, местечко. Находится оно в Оребусе, зал хранения, рядом с великим хранилищем. Забегаем, поворачиваем сразу же направо, и нас будет ждать мобчик Катул. Катул продает различные мешочки. Первый мешочек — это мешочек с загрубевшими шкурами, второй — с элитивой рудой, третий — с сумрачным шелком. Самый выгодный мешочек — это мешочек с загрубевшими толстыми шкурами. Одна обычная загрубевшая шкурка стоит 30 голдишки. Толстая загрубевшая шкурка стоит в 10 раз больше, а тут их еще и 10 штук. То есть один такой мешочек примерно даст нам 3000 золота, а то и больше. Давайте сверим цены. Сяду на брутозавра. Толстая загрубевшая шкура, та, которая падает с этого мешочка. 10 штук, итоговая цена 3239 золота и 30 серебряных. Это классно, это круто, это замечательно. Также, если у вас накопилось много очков доблести, то кликать вручную, наверное, вам не особо захочется, поэтому я закину в описание к видосику макрос. Ну или сами можете его переписать. Slash run, пробел, buy merchant item, скобочка открывается, 1, запятая, 1, скобочка закрывается. Кликаем макрос, покупаем мешочки, открываем их, шкуру сгоняем на аук. Ну или крафтим заготовочки. Тут уже как хотите. Хотите, просто на аук закиньте, можете подождать какое-то время, потому что цена, возможно, повысится. В общем, думайте сами, решайте сами. Способ есть, способ сработает, и шкуру эту покупают. Это факт. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!